Этот яблочный пирог готовится просто, быстро и экономно. Продукты отмеряю стаканом в 200 мл. В миску высыпаю 1 стакан манки, это 165 граммов. 1 стакан сахара, это 180 граммов. Также просею сюда через сито 1 стакан муки, 135 граммов. К этим сухим продуктам добавляю щепотку соли. 1 чайную ложку ванильного сахара и 2 чайных ложки разрыхлителя. Дальше сухие ингредиенты я просто перемешаю венчиком. И снова их разделю на 3 равные части, разложив в те же стаканы. Вот так. Дальше займемся яблоками. Яблок беру много. Здесь 14 средних яблок или килограмм 400. Яблоки очищаю от кожицы. Почищенные яблоки потрем на крупной терке. Яблоки разделяю на 2 равные части. Ну, насколько удастся на 2 равные. Теперь подготовим форму для запекания. Форма у меня диаметром 22 сантиметра. И стенки я простелила пергаментной бумагой. Чтобы бумага хорошо приставала к стенкам формы, не отходила, я их сперва смазала маслом. На дно формы высыпаем первый стакан сухой смеси продуктов. Стараемся, чтобы они распределились у нас равномерно. Поверху выкладываем первую половину яблок. Яблоки также стараемся распределять равномерно. Сверху их немного прижимаем, чтобы уплотнить в форме. Дальше высыпаем второй слой сухих продуктов. Такой лайфхак, чтобы распределить равномерно по мокрым яблокам, можно воспользоваться кисточкой. И снова выкладываем яблоки, всю вторую половину. И снова сверху опять насыпаем сухой слой. И последний слой на пироге – это сливочное масло. Масло натираем поверху на терке. Чтобы оно хорошо терлось, не таяло, я положила его заранее в морозилку на несколько минут. Масло у меня 100 граммов. Масло тоже сразу натираем и распределяем. Теперь эту ароматную красоту отправляем в разогретую духовку выпекаться при 180 градусах. Мой пирог выпекался 55 минут. Время выпечки может отличаться в зависимости от духовки. Пирог получился просто с волшебным сливочно-ванильным ароматом. Если вас такой рецепт заинтересовал, готовьте на здоровье. При этом не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новое интересное рецепт. Ставьте лайк и жду ваше мнение в комментариях. Или просто оставьте смайлики в комментариях. Будьте здоровы, только хороших вам новостей. Увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.